экипируемся и начинаем с вами поиск. Пройдемся еще дальше, посмотрим, что к чему. Люблю я эти места искать. Бывает коп на коп, выход на выход не приходится. Бывает то пусто, то густо, ну, то такое дело. Это не только на пляже, это везде так. То же самое можно сравнить с рыбалкой. Так, давайте немножко. Программа Zero, это даже не обговаривается. Минус 1 по чувствительности, 0,8 громкость, 0,3 железо, МС для соли. Ну и 8 это отстройка от помех. Вот смотрите, откачиваться. Правая кнопка вот эта, самая крайняя. И вот такие движения. Только нужно перед этим найти участок, где нет железа. И вот так. Ну, здесь десятка. Я уже не первый раз выхожу. Вот. Видите? Сигналов, мама, не горю. Ну, давайте к нему вернемся. А пока зайдем в море, я вам покажу, что он работает четко. И в морской воде. Смотрите. Вот сейчас чувствительность добавлю. На максимум. Видно вам, не видно? Чувствительность на максимум. Соленая вода, море. Вот сигнал. Пробка. Видели? Первый сигнал, пробка. Это море вымывает. Ну а так, совсем тихо. Не писка. Видите, вот, в воду. Ну, так всегда, когда в воду опускаешь любой металлоскатель, самый крутой. Вот у меня Эквинокс точно так делает, и меч точно так делает. Все, а так, видите, тишина. Вот еще один сигнал. Ай-яй, ну я уже его не достану. Видите, высокий, красивый сигнал, но я не возьму его, не смогу. А может и смогу. А-а-а, все. Не, не смогу. Эх, а жаль. А может быть и золотое кольцо. Намочу сейчас кроссовки полностью. Не, все, друзья. Не, к сожалению, я не достану его, мокро. В следующий раз куб возьму. Ух. Вот так море вымывает находки. 76. 70. В общем, вот здесь сигнал. Ладно, со скубом пройдемся. В общем, вот так, друзья, он работает. Тихо. Вот если есть сигнал. О, очередная пробочка. Значит, он звенит. О, вот здесь есть. Давайте посмотрим. Это вот фольга летучая. А так, если сигналов нет, он работает абсолютно спокойно. Видите, тихо. Вот ржавчины кусок. Находим ржавчину, потому что ходим на всех металлах. В общем, ладно. Я лично проверил, вот он. И я убедился, он работает. На море. Garrett Apex на море работает. Все, меньше болтовни, пока вам рассказывал. Смотрите, сколько находок. Все, это в Хабарницу дело. И продолжаем, сейчас камеру проверю. Работает? Пойдемте. Ага, пойдемте, пинпоинтер. Пинпоинтер. Где наш пинпоинтер? Сейчас я пинпоинтер. А, все, он у меня в кармане. Видите, тут сигналов нет. Рано сказал нет. Нули. Нули и очень глубоко. Нули обычно я не копаю. Это четко чернина. Хотя 0,1. 0,1 это уже 1 гривна наша Украина. Она из металла сделанная. Ну, железная такая. И поэтому
мы копаем. О, очередная пробка. Мусор. Вот так с вами, друзья, и походим сейчас. Что найдем, все вы увидите. Вот что я говорил, 0,1. Это либо гривна, либо... Да, гривн, нет, 5 копеек. 5 копеек тоже, видите, блестящие, как у кота, уши. На самом деле они из чистого железа, чем-то покрыты, да и все. Они даже магнитятся. Да, вот так. Продолжаем. Пятьдесят пять, 46. Но я вам скажу, на соленом пляже вообще всем приборам тяжело. Я вот ездил в Черногорию, а там, поверьте, море намного, 10 копеек, намного соленее, чем у нас. Соленей Адриатическое море. Меч, и то бывало под такая, знаете, полифонией, попискивал на камушки разные, на все. Фантомные сигналы были. Что уже говорить о других металлоискателях? О, пожалуйста. Еще один. Ну, а этот работает вроде как ничего. Ну, вы сами все видите. Ладно. Ну, сигнал за сигналом. Хотя показано, что такой, знаете себе, не совсем чистый, но... Цепочка. Нет, не цепочка. Так, это что-то рыбацкое, походу. Да, грузик. Это леска, не цепочка. А сразу показалась цепочка. Или даже не рыбацкая. В общем, фигня какая-то. Ну, зенит. Что-то на конце металлическое. Продолжаем. Пробка. Вот она. А рядышком не пробка. Рядышком сувенир. Море выбросило. Видите, какие вещи даже выбрасывает море. Да ну, такие волны. Я посчитал, 7 метров до воды отсюда. Представляете, что здесь творилось? Пробка и... Ну, в общем, в конце рассмотрим на камеру, на хорошее. Пойдемте дальше. Тридцать один. Дальше мы пока не уйдем. Пока не возьмем вот этот сигнальчик. Смотрите, кусок стекла. А, внутри. Вроде как пластик, а внутри металлические решеточка. Ой. И она дала сигнал. Ну да, 0,1. Очередной пятачок. Если была включена дискриминация, если бы я отсек железо, я бы его не нашел. Ну, циквинок сам ходил. У меня не было, как вы видели, ни пятаков, ни гривен. Были только 5 гривен, 10 гривен. Потому что 5 копеек, что 1 гривна, что 2 сделаны из черного железа. Вот как-то так. Продолжаем. Ну вот опять кучность. Кучность. Кучность наше все. Гривна. Ну, эту такую монету на любой дискриминации можно найти. Я имею в виду, если железо отключить, это красивая, большая. Монета Украины звенит красиво вообще. Ладно, продолжаем. Ноль. Пять. Двенадцать. Ноль, пять, двенадцать. Что-то мелкое.
Да. Да. Ржавый кусочек чего-то. Железо. Идемте дальше. Ну, это что-то, что-то поглубже. Монета. Черненькая, 25 копеек. Это не ходячка у нас. 25 копеек. Монета Украины, но уже из обихода выведена. Пойдемте дальше. Рядышком снова сигнал. Пятьдесят копеек. Вот здесь 25, а здесь блестящие 50. Да, сигналов здесь хватает. 67. Ой. И снова немножко глубже. Хотя не намного. Вот что-то. А, да, 50 копеек. 50 копеек Украина. Дальше пошли. Иногда камеру проверяю. Делаю выкл-вкл. Когда выключаешь, тихо работает. А вот когда включаешь кольцо, фу-фу. А когда включаешь, она сигнал производит такой пи-пи-пи, и понятно, что работает. Ну, как по мне, нержавейка, потому что вообще окиси нету. Ну, на обзорчике посмотрим. В конце я обязательно покажу все находки на хорошую камеру. Все это знают. Я когда-то выключил этот обзор, а люди сказали: ну-ну-ну. А выключил из-за того, что, знаете, многие не смотрят ролик, а смотрят только находки. Вот как было видео когда-то давно. Кстати, сейчас, наверное, зима, да, друзья? И я думаю, что уже все ближе и ближе Новый год. Так что могу вас даже поздравить с наступающим Новым годом. Так вот, было недавно видео, где, ну как недавно, вы давно видели, а я недавно его выкладывал. А, этот пьезозажигалки. Так вот, оно еще называлось как-то так: желаю, чтобы у всем, или желаю, чтобы у всех там так было. Ну, я, в принципе, ничего тогда не нашел. А желал, это надо было ролик смотреть, пришла ко мне Светлана и принесла кофе. Я же сказал тогда: вот я желаю всем, чтобы копателям вот так кофе приносили на коп. Ну а люди, которые не смотрели полностью ролик, посмотрели только находки и увидели, что я ничего не нашел. И на тебе там писать. И мы тебе такое желаем, и я тебе желаю, чтобы ты тоже ничего не находил. Ну, в общем, видите, абсурд какой. Нужно смотреть все ролики. То есть, вернее, не все ролики, а от начала... 0.1. От начала до конца. Вот тоже кучность. Видите, какая? Ну, это что-то глубже, да? Или где уже делось? Если не будете от начала до конца смотреть, может вот такие непонятки возникнуть. Ой-ой-ой. Не. Железо железом и очень глубоко. Вот 0.1. Ну, намного все не так глубже. А, вот оно. О, видите? Вот такое железо, это оно глубоко лежит, ржавое. И такой сигнал дает. Хотя 0.1 может и давать 1 гривна. Как-то так. Высочайший сигнал. Просто пробка. Да. Круглый. Вот она и звенит красиво. Все металлоскатели заточены под это.
по то, что они хорошо реагируют на круглые монеты, на круглые кольца. 0-1 и снова глубоко. Ну давайте уже, ладно, попробуем. А вот оно, нет, нет, ну что-то уже я ржавое увидел. Ну и где? А? Все, видите, сигнал пропал вообще. Не, не. Ну как по мне, это совсем другой сигнал. Да ёлы-палы. Ну так бывает, знаете, как станешь. А представьте, как под водой, когда не видно, с кубом. Жесть. И все время меняет звуковой сигнал. Слава богу, что-то у нас. Монета. Хе. Полтинник. 50 копеек. Вот так. Всегда коп на коп. Очередная победа. Коп на коп. Не приходится. Никогда не знаешь, что у тебя. Что у тебя будет из находок. Вот, пожалуйста. Колечко. Давайте на обзорчики посмотрим. Ну, походу, золотое. А там, конечно... Да нет. Если не золотое, оно сразу заметно. В 90 случаях. Ладно. Сейчас отдельно его положу. Вот так. Вот так. Вот смотрите, какая кучность. Просто-напросто. Я уже когда-то говорил, что есть такие как бы карманы, где море вымывает, собирает находки, основную массу. Ну, это вроде ж не глубоко показывало. Не, друзья, это глубоко показывает. Но опять же, секунду. Не, сейчас посмотрим. Вот она где. Да. Все глубоко, это относительно. И что это? Нет, это пластмассовая. Да сейчас найдем с вами. Но это пластик, это не металл. А где металл, который звенел? Мы его еще не выкопали. Ну, там как так-то? Ну вот, бывает такое. Раз, и нет сигнала. Тьфу. Все, это очень большой кусок чего-то. Не буду копать, не хочу. Очень глубоко. Не, не работает. А газ есть. Смотрите. Газ есть, а зажигалка не работает полностью. Ну, в общем, потом посмотрим. Интересно, да? И мне интересно. О, смотрите, птичка. Чаечка. Ух. Так, ну это банка, скорее всего.
Это все выбрасывает море, друзья. Это все море возвращает людям недоноскам, блин, которые не убирают за собой, которым тяжело на самом деле выбросить это все. А птичку жалко, конечно. Высокий сигнал, 68, ой. Полтинничек. Ой, монетка. Монета 50 копеек. Мусора, конечно, здесь хватает. И это все дело рук человеческих. Снова высокий сигнал, но походу очень глубоко, если я не ошибаюсь. Потому что на соленом песке приборы глубину показывают, как правило, неправильно. Оп! Крестик. Сейчас цепочку будем искать. Ну вот. Ну это серебряный крестик. Серебряный крестик, друзья, серебряный. Тоже рассмотрим на обзорчике. Сейчас цепочку попробуем. Если она есть, конечно. Возможно, ее тут и близко нет. Если она порвалась, то крестик могло здесь выбросить, а цепочку либо вообще не выбросить, либо могло за 10 метров, возможно, и за 100 метров. Пробка обыкновенная. Так, красота. Находки есть, и это радует. Море. Море возвращает. И это радует. Монеты, пробки, кольца золотые. Да ладно. Крестик второй. Но это совсем погнутый. Оторванное ушко. Вот такой, друзья. Ха! Да, это я удачно вышел. А цепочки ни одной. А цепочки ни одной. А вот и цепочка. Только для цепочки низковато, конечно. Хотя, я еще, если честно, не научился особо разбираться по... Нет, это 5 копеек, не цепочка. По ВДИ на Apex, потому что еще что-то есть. 10 копеек, о! Смотрите, крестик, 5 копеек. Ну, это карман море вымывает тут. Массово находки. Сейчас проверим еще. Да, цепочки нет. И это прискорбно. Ну, хотя ее могло и не быть. А возможно, даже крестик на ниточке. И такое бывает. Ну вот и все, друзья. Сегодня выход достойный, я считаю. Сейчас все находки вам посмотрю. Я уже рассмотрел. И я уже улыбаюсь вовсю. В общем, ладно. Показываю вам. Вот что дедушка Хабар нам сегодня подогнал. Вот такая слюда. Здесь что-то металлическое внутри. Видно вам? Непонятно, что это. Не знаю, я не буду говорить. Стандартный натюрморт. Пробки. Кусочек от зажигалки. Шмурдяк всякий. Монеты. Все монеты Украина. В общем, мусор. И монеты. Это раз. Вот такая еще ж фигня, да? Выбросим, конечно же. Нашел вот такую вот красоту. Смотрите. Это украшение какое-то, да? Там куда-то вешалось. Тоже кто-то потерял. Зажигалка. Она давно не рабочая. Нажать ее невозможно. А газ в ней есть. Видно вам? Да. Хорошая зажигалка. Если бы не потеряли, до сих пор бы работала. Вот. Ну и самое интересное. Оп.
пожалуйста. Но походу вот это, мне кажется, это все-таки нержавейка. Если было бы серебро, оно покислилось по-другому. Ну такого добра, хотя это может спиннер даже, а ну секунду. А, так это спиннер, елы-палы. Да. Оно, о, да-да-да. Это кольцо спиннер. А я сразу не увидел. О, видите, крутится. Все, кольцо спиннер. Его надо разработать. Все, оно уже разработалось. Да, это нержавейка, как я и предполагал. Один крестик и второй крестик. Вот, один крестик. Серебро. И второй крестик. Серебро. Ну и, друзья, колечко. Колечко золото. Обручальное кольцо. Подпишись вот сюда. На вот это.